Добрый день, друзья! Вы на канале Александр Винокуров и услышали такую мелодию Чайковского «Сладкая греза», да, из детского альбома. И вот мои ученики, они выбирают инструменты блок, флейта, патрульная флейта, кверфлейта, и они переходят. От 6 лет они занимаются на инструменте блок флейта, когда им исполняется 10 лет, они получают инструмент, вот такой красивый, есть такой блестящий инструмент, и очень легко могут перейти с инструмента блокфлейта на этот инструмент, но на нем нужно по-другому стоять, нужно по-другому дышать, да. Он очень сложный инструмент, потому что 10% воздуха только мы получаем звук из него, да, а 90% проходит мимо, да, из нас. И нам нужно научиться дышать. Это не так легко, потому что тут просто, знаете, какая у нас дырочка, да, видите, такая маленькая, да, а тут она уже немножко побольше. Видите, какая, да? И нужно так поставить губы, да, чтобы прикрыть под дырочки, да, чтобы был красивый звук. И мы развиваем нашу музыкальную память, да, мы развиваем нашу моторику. И самое главное, мы развиваем нашу музыкальную культуру. Чайковский – это композитор, который писал красивые мелодии. И если мы видим в нотах, да, вот сейчас вам я показываю ноты, если мы видим в нотах, у нас с вами идет как бы ноты поднимаются вверх, да, то мы делаем крещендо. А если мы мелодия опускается вниз, то мы делаем диминуэндо, это тише мы играем, да. Вот давайте посмотрим. И он так написал очень красиво, да. Два такта, они повторяют ритмический рисунок. И сначала у нас будет от нотки до. Вот нотка до так наберется. Они все идут к следующему такту, к нотке ми. Потом также все три нотки идут к следующей нотке. Будут ре, ми, фа, к нотке фа, си, си. А потом уже скачок. Вот когда такой большой скачок будет ля, соль, да? Нужно больше воздуха взять, и с силой нужно ударять первый звук, потому что тут размер 3 четверти, да? Это вальс. И мы делаем опору на дыхание на первый звук, тогда мы можем перейти на второй. Видите, я взял ре вот такой аппликатуры, но она больше стабильно такая, больше красивый звук да, появляется, да, у вас? Потом фа диез, вот так фа диез берется, да? Приготовили губы. И сейчас такое замедление. Замедление, это такое ретонуто, да? И мы снова идем с вами уже в темп первоначальный, да? И мы пропеваем, да? Мы делаем огромную фразу такую. А если мы с вами переходим сейчас на блокфлейту, да, как это будет дальше звучать? Давайте посмотрим. Мы пришли на блокфлейту, и совсем другой получился образ у нас. А блокфлейта звучит очень хорошо внизу. И вот в конце мы играем такой такт, который уже будет не только в начале будет ударение, а каждая четверть получает ударение. Вот сегодня мы с вами прикоснулись и познакомились немножко, как звучат инструменты блокфлейта, продольная флейта, кверфлейта. Я рекомендую заниматься на этих инструментах, потому что вы подготавливаете себя к музыке, к овладению какими-то интересными произведениями. Ну, блокфлейт – это наиболее легкий инструмент, потому что, во-первых, он имеет, видите, только дырочки, да, и мы можем, меняя комбинации пальцев, менять, да, играть тоже различную музыку. Он легкий, и его можно взять в путешествие куда-нибудь, да, и везде
он будет вам доступен, да? Вот кэрфлёйта, она уже более сложный инструмент, состоит из трех частей, из головки, вот части, которая основная, и вот такая маленькая часть. Вот, но при желании тоже можно научиться. Я даю онлайн-уроки, онлайн-консультации. Многие уже занимаются на моем канале по моим урокам. Пожалуйста, пишите, что у вас получается. Мне важны ваши результаты. Мне важны те темы, которые вы еще хотите узнать, и которые, вопросы, которые у вас, ваши практики, потому что теория и практика должна быть вместе, понимаете? Нельзя учить только одну теорию или только одну практику, да? Потому что без знания теории мы не можем сыграть, без знания гармонии мы не можем подбирать, да? Поэтому, пожалуйста, пишите, задавайте вопросы и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И кому интересно, пожалуйста, я даю консультации, уроки в скайпе. Записывайтесь, у меня есть страничка www.klezmer.de. Я играю также музыку клезмер, это народная еврейская музыка на инструменте блокфлейта, но это уже тема следующего моего видео.